Всем добрый день. У нас сегодня также очередная распаковка, которая связана с камерой Nikon Z30. А именно, когда мы рассматривали данную камеру, выяснилось то, что без аккумулятора не можно осуществлять подпитку камеры при помощи адаптеров питания либо пауэрбанка. Обязательно внутри должен стоять аккумулятор. Чтобы от этого избавиться, ввиду того, что аккумулятор также греется, ну и тем самым греется корпус камеры, ну и это все влияет на продолжительность видеосъемки, то для этого случая решил я приобрести дополнительную пустышку, которая представлена сейчас перед вашими глазами, которая заменяет аккумулятор EN-EL25 и позволяет питаться либо от пауэрбанка, либо от сетевого адаптера питания. Все это пришло из Китая, представлено у вас перед глазами, шло это около 2 недель, пришло достаточно быстро, может 3 недели. Доставляла не Почта России, а другой поставщик. И давайте смотреть, что находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Да, искал я эту пустышку, есть различные варианты, но чаще всего появляется вариант пустышки, когда у вас она состоит из 2 частей. Я именно искал, чтобы была одна часть от пустышки такого вида, вот она, стандартный коннектор. Есть коннектор от сетевого блока, который тоже рассматривали на моем канале, но мы рассматривали для камеры Nikon D5600 и D3100. Я демонстрировал, там заменяет эта пустышка аккумулятор EN-EL14, ну а EN-EL25 заменяет вот эта пустышка. Здесь USB Type-C. Да, в большинстве случаев приходит состоящий из 2 частей. Первая часть – это пустышка и обычный штекер круглый, который подключается. И вторая часть – вот именно от этого штекера до USB Type-C. И еще один отрицательный момент. Я искал именно, чтобы было не прямой провод, а спиральный. Чтобы он уменьшался, увеличился в соответствующих размерах. Данный кабель имеет размеры 2 метра, где-то, сейчас я продемонстрирую. Вот, я в 4 части сложу, ну и здесь где-то 50 сантиметров. Ну а в сумме получается около 2 метров. Был бы этот кабель спиральный, было вообще здорово, но я нашел именно такой вариант, который бы подключался сразу же к камере и вторым концом подключался к пауэрбанку, либо к адаптеру питания. Есть спиральная, но состоящая из 2 частей, там в случае чего вдруг штек разорвет питание и так далее. Еще один момент, давайте проверим, как камера будет питаться при подключении внешнего блока питания, если мы удалим аккумулятор. Будет ли она питаться? Вот аккумулятор ставим здесь, подключаем к разъему USB-C. И адаптер, который вы уже видели, мы использовали. Вот он подключен. Включаем, и ничего не происходит. Включаем, ничего не происходит. То есть без аккумулятора по USB питать камеру невозможно. Возможно питать камеру только при случае, когда у вас внутри находится сам аккумулятор. Поэтому это нужно учитывать. Чем меньше разъемов подключения, тем лучше. И давайте проверим, как функционирует данная пустышка внутри камеры. Для этого мы сейчас освободим аккумулятор, установим пустышку. И вот здесь вот в отсеке есть резинка, которая позволяет установить провод. Так, и давайте подключим второй конец. Это у нас все функционирует. Аккумулятор заряжен. И включаем, смотрим. Так, ну тут стандартное действие. Открыть надо. Ну и как видим,
с пустышкой, с наружным аккумулятором или пауэрбанком, ну вот в данном случае, зарядное устройство с аккумулятором NPF на 7500 мАч, то есть в 7 раз больше приблизительно. И давайте второй вариант посмотрим, а именно подключение через адаптер питания. Адаптер питания Allgreen, здесь идет 20 ватт мощность, но данное зарядное устройство, адаптер питания умный, и первый режим 5 вольт 3 ампера, как раз как и стандартный блок питания осуществляет. Итак, подключаем его. Так, подключили, и давайте включать. И опять то же самое, у нас пустышка работает. Теперь от сети переменного тока через адаптер, который подает постоянный ток 7,6-9 вольт 2,5 ампера. Ну, до 3. Потому что собственный адаптер питания, который идет через USB-C, идет на 5 вольт 3 ампера. Вот так вот можно использовать пустышку вместо аккумулятора и подключать либо к пауэрбанку, либо к адаптеру питания для того, чтобы запитывать вашу камеру для продолжительных съемок. Ну и тем самым будет меньше у вас нагреваться аккумуляторный отсек и, соответственно, камера. Итак, я вам продемонстрировал пустышку для подключения к пауэрбанку и адаптеру питания, чтобы исключить стандартный аккумулятор ENEL25 для того, чтобы достаточно продолжительное было время использования вашей камеры при фото- либо видеосъемке. Но чаще всего для видеосъемки, потому что данная камера предназначена именно для этой видеосъемки. Единственный недостаток – камера стоит привязанной к аккумулятору, пауэрбанку, либо к адаптеру питания, к сетевой розетке. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.